У Харкові запрацював кластер неформальної освіти, задача якого – об'єднати весь спектр закладів, що надають ці послуги у першій столиці, в одну платформу, де можна буде отримати необхідні знання з різних напрямків. Більш того, у міськраді провели дослідження, на основі якого виявили головні вимоги роботодавців до навичок працівника. Сейчас есть небольшая пропасть между теми знаниями и навыками, которые обладают студенты, там, допустим, после окончания университета, и теми навыками, которые необходимы работодателю для того, чтобы принять уже на работу высококлассного специалиста. Тож, до задач кластеру неформальної освіти входять відповідні тренінги та семінари, аби розвинути у майбутніх фахівців навички, що будуть корисними як молоді, так і роботодавцям. Є навики 21 віку, вони утверждены ООН, и к ним движется весь мир. То есть это те навыки, которые говорят о том, что какие навыки будут востребованы там, в 2050 году на рынке труда. То есть, соответственно, мы не должны от этого отставать и должны готовиться уже начинать сейчас для того, чтобы человек там, через 10, 20, 30 лет смог соответствовать уровню труда, чтобы система образования была готова к этому, чтобы работодатели в том числе понимали, какие специальности сейчас важны, какие навыки, компетенции для них важны, как для работодателей. И уже зараз, додає директор департаменту, міськрада на шляху переговорів с теми компаниями, что користуються найбільшою популярністю серед молоді. Мы понимаем, мы заинтересованы в развитии, конечно же, нашего сектора, то есть города Харькова. Сейчас уже ведутся коммуникации с крупными работодателями, такими, допустим, как Турбоатом. В сфере IT много, да, достаточно контактов, бизнес, который предоставляется там в сфере услуг. Конечно же, мы будем работать в основном с ними. Мария Соловьева, Александр Иванов, Харьковские известия.